Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рей, сегодня поиграем в игру, которая называется Angry Birds Journey. Так, что у нас тут идет по вступительному ролику? Так, малыши куда-то повели взрослых птичек. Ага. Яйцо какое-то здесь. Так, Ред опять что-то там возмущается. Ух ты. Ты смотри, как кто был в этом яйце. Какая-то новая птица. Ага. И тут какая-то легенда есть. Ну, свиньи, как всегда, ребята, подсмотрели и решили свистнуть это яйцо. Так, типа он станет королем. Но мы их заметили. Свиньи, естественно, погнали на утек. Ну, а мы, я так понимаю, решили их наказать. Ну что, друзья мои, это свежая игра, недавно только вышедшая. Уровень первый. Оттащи и отпусти. Ну, это, ребята, как всегда, как у нас раньше и было. Так, ну-ка. Хорошо бомбит. Тренировка. А что это свиньи-то у нас квадратные? Свиньи снова взялись за старое. Чтобы их остановить, стреляй по ним или обрушивай их башни. Это понятно. Стреляй по ним или обрушивай башни. А если сюда... Ох! Великолепно же это было? Конечно, конечно, великолепно. У всех птиц есть особые способности, которые срабатывают при столкновении. Чак может прорубать сквозь блоки сбоку. Ну-ка. На-ка! Замечательно. Уровень 1. Мы с тобой прошли, причем тебе скажу, легко, но это, судя по всему, было у нас обучение. Путешествие покоряет мир. Игра Angry Birds Journey теперь доступна во всем мире. Это круто. В честь новых игроков, которые теперь будут искать чудесные яйца, мы приготовили эксклюзивные аватары. А еще у тебя временно будет бесконечной жизни. Вперед! О, даже так. Ну что ж, спасибо огромное. Бесконечная жизнь, действительно. Новый. Доступен новый аватар. Выбрать новый аватар. Конечно. Конечно, возьмем. Так, это для девочек. Я вот таким буду. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Я надеюсь, не слишком тихо. А то я немножко убавил звук. По-моему, тиховато, да? Давай-ка я, наверное, чуть-чуть прибавлю. Ну, я думаю, так будет достаточно. Так, давай, подтянули. Ух. А этот выжил? Ты серьезно? На тебе. Так, здесь, наверное, нам надо пробить этот блок. Ну, естественно. Шикарненько. Двигаемся дальше. Так, а почему нарисовано вот сюда бомбить? Ага. Уровень второй. Слушай, а что будет, если мы с тобой наберем эту шкалу? Какой-то ящик у нас здесь будет доступен. Так, двигаемся дальше. Пока ничего сложного нету. Но это, мне кажется, до сих пор еще идет обучение. Так, уровень третий. О, что я вижу? Я вижу здесь взрывчатку. Если я вот здесь подобью опорку. Да-да-да-да-да. Крутенько. Крутенько получилось. Безупречно аж написали, прикинь. Здесь можно посмотреть на какой-то контрольной точке. Но я понял, это вторая контрольная точка. Всего их здесь три. Как думаешь, он пробьет каменный блок? Я даже вот не знаю, но я попробую. Нифига себе. А что, Чак умеет пробивать каменные блоки? А ну давай сюда. Я в шоке. Хе-хе-хе. Так, уровень пройден. Шикарно. Друзья мои, пишите в комментариях, как вам эта игра. Если зайдет, то будем в нее играть. И не смотри, что все легко и просто. И это всегда, ребят, так в начале. А если я вот сюда бомбану? Ну, неспроста же здесь даны мишени. Безупречно. Мне кажется, что это пока идет обучение. Вау. Чувачка подбили. Свинюшки здесь, конечно, прикольные. Квадратные. Так, ну здесь понятное дело, что сюда надо бомбить. Слушай, тут уже 4 уровня. Так, а если сюда? Пока подсказочки все правильно говорят, куда стрелять, и все срабатывает.
Ну давай дальше двигаться тогда. Разблокирована птица бомб. Так, тут на 9 уровне кто-то откроется, на 17 и на 28. А их прокачивать здесь можно или нельзя? Так, бомб, значит, да, у нас еще есть, появился. Хо-хо-хоу. А вон, друзья мои, бомб. Бомб взрывается при столкновении, сметая блоки вокруг. Попробуй его в деле. Вот я и хочу попробовать его в деле. А ну-ка. Такс, недочет. Вон того надо подбить. Как это сделать? Есть. Ага. Слушай, у них тут все наладом дышит. А вот это что за связки такие будут, интересно? Я, наверное, сюда бомбанул. Выстоял? Ты серьезно? Так, давай. Есть. Рухнула их постройка. А здесь, наверное, надо сюда бомбить. Ошибочка вышла. Хе-хе-хе. Великолепно. Так, что здесь интересно будет? Монетки? Наверное, да. Так, древние руины какие-то. И там, и тут что-то у нас будут награды какие-то. Ох ты. Уровень 6. Нам показывают, бомби сюда. Действительно. Безупречно, да? Смотри, смотри, видишь, как у них там все... Шатковалка держится. На тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, этого-то. Хорош. Так, давай-ка. Блин. Внизу все-таки надо. Да-да-да-да-да, отлично, друзья. Уровень пройден. И... Твою ж налево, чуть-чуть не хватает. Совсем капельку не хватает нам. Но ничего страшного. Сейчас все будет, друзья. Так, уровень 7. Ого. Так, тяни вперед или назад, чтобы изменить траекторию. Постарайся попасть в цель. Вот как. Окей, я понял. Так, развей блоки с болтами, чтобы разрушить строение, которое они скрепляют. Да, это что-то новенькое, друзья. Ну-ка. Блоки, значит, с болтами. Вот это вот, да? Бомб. Как бы тебя тут... Так вот сделать. Изи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Этого-то не добили. Давай вот так сделаем. На тебе! Супостат. Сидит там. Так, просто монетки, что ли, здесь выиграем, да? Да. 60 монет. А вопрос, друзья мои, зачем нам монетки? Уведомления выключены. Так, язык, сохранить, загрузить прогресс. Друзья, напишите в комментариях, как, какую нужно поставить игру от Rovio, чтобы стали работать сохранения в Angry Birds Epic. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я помню, что какую-то часть и какой-то из летсплейщиков писал и рассказывал, что нужно скачать какую-то версию Angry Birds, в ней зарегистрироваться, и после этого у тебя будут работать все записи на всех играх. Я, правда, не помню, кто это рассказывал. Так, да ладно, а этот выжил. Этот-то выжил, супостат. На тебе. Так, здесь 4 у нас задания. Бомб. Наверное, нам надо вон туда залетать. Ух! Но это не идеально было. На тебе! 6 птичек осталось, да? Ого! Здесь, скорее всего, надо вот здесь вот подбить опорочку. Хм, но это еще не все.
А-а-а, погоди-ка, погоди-ка, если вот так. Та-да-та-дан. Вот так и надо было, наверное, сразу сделать. Я тут начал что-то блоки какие-то подбивать. Ненужные никому, да? Отлично. На тебе. Упал, упал свинтус. Хорошо. Ну что, двигаемся дальше. Что вот это такое? Проходи уровни, чтобы получить звездный сундук. В нем можно найти фрагменты истории, монеты, усилители. А если повезет, то и аватары. О как. Ого. Ничего себе, тут какие стали эти. А я сейчас кое-что сделаю. Подляночку маленькую. Давай, 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 давай. На. Упс. Упс, недобитыши. Давай-ка. Совсем другое дело, совсем другое дело. Это что, камень или что это такое? Я не пойму. А почему сюда? Ну-ка. Проверим. Трындец. Просто постройку в хлам снесли. А это не камень был, это так, просто. Вот здесь вот. Ха, тут надо подумать. Неужели вот здесь подбивать надо, а? Проверим. Давай, 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 давай. А вот тут-то, а? А вот тут-то выжил свинтус. Но это было ненадолго. Что же, с удовольствием переходим на следующий этап. О, а это кто у нас такой? Это Сильвер, птичка. Птичка Сильвер. Что у нас она делает? Я помню, что Сильвер вроде бы пробивала каменные блоки. Сильвер при столкновении с камнем падает вниз. Цельтесь в верхней части блока. В верхней части блока? Ну-ка проверим. А-а-а, то есть она вот так вот, оп, вниз, понял. Понял я. То есть если мы вот здесь бомбанем. Вот проверочку. Да. Значит, все-таки я правильно подумал. Все отлично. А, здесь. А, здесь хитро придумано. Прикольно. Что я могу сказать тебе? Вот это, мне кажется, сейчас в данный момент идет до сундука чистое обучение. Потому что мы с тобой открываем птичек новых. Хочешь получить уведомление? Да, хочу. Хочу от вас уведомление об обновлениях и тому подобное. Игра, ребята, совсем новая практически. Я не знаю, там, может, неделя. Ну, по крайней мере, у меня, по-моему, так. Пробьет, интересно, как думаешь? Ух! Как она вжарила-то хорошо, а ты посмотри. Вот туда. На! Она очень сильно бьет. Я серьезно говорю. Она бьет просто... А, это ж чак, ёпкарёк. Что ж ты делаешь-то? Давай, наверное, вон там подобьем. Да-да-да-да-да. Все было великолепно. Слушай, и по графике довольно такая красиво выполнена игра, если честно. Наверное, вот этот блок надо подбить. Ага, я был прав. Круто. Так, скоро мы еще с тобой получим монетки. Двигаемся дальше. Так, а это кто там у нас? Это кто? Уровень 12. Подожди, это птички. Роняя клетки на землю, чтобы освобождать запертых в них птенцов. И что будет? Не понял. А мне нужно что, взорвать еще или что? Подожди, я не понял, что нужно сделать-то мне? Так, подожди секундочку. Вот так вот. А, они должны именно на землю приземлиться.
Вот он что. Чисто на землю, да? Вот, видишь, коснулся земли, освободился. Конечно, немножко не понимаю, почему именно... Блин, он же у меня не готов. Он же не сможет так сделать, как я хочу. Нет, сделал. Сделал, друзья мои. Так, а вот тут почему-то нарисовано вот сюда бомбить. Ага. А, так это камни были. Это были камни, давай-давай, птичка. Есть. Малыш освободился. Так, теперь надо... Да что ты? Ну это перебор. Ну давай, не знаю, давай вот так вот. Давай так. Опа, освободили. Все, отлично. Еще не дадут? Нет, еще пока не дают. Ну что, двигаемся далее. Смотрим. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, уровень 13. Так, Чак, нам надо с тобой сделать. Или лучше там. А там не получится, да? Или получится? Вот так. Блин, ну почти идеально. Вот там вот не сработало у нас. Окей, тут что? Чак, нам надо... Ну так идеально прям, я не знаю. Не получится. Сбить опоры? Давай попробуем. Вот, вот. Можем, когда хотим, да? Так, Чак, тут... Тут тебе надо постараться сделать хитренько. Ага. А что с тобой делать, малышка, а? Как тебя пробить? А я могу поменять птичку, нет? Тогда бьем вот сюда. Шикарно. Угу. Что мы можем с тобой сделать? Подбить опорку эту, да? Упс. Совсем не то я хотел сделать, если честно. Я не предполагал, что так получится. Вот, 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 вот. Ну падай там, не хочет падать, прикинь. А мы опорки. Твою налево, я же забыл, что здесь тоже опорки. Бомби. Ну, а эту птичку, наверное, просто нам проще так подбить. Да, теперь должны получить. Ну, серьезно, что ли? Не дают. Опа, это что такое? Вот это что за... Хм. Ударь по таинственному блоку, чтобы узнать, что внутри. А внутри было очень много свинюшек. Как мы увидели с тобой, да? На тебе. Тут свинюшки. В этих блоках. Ну-ка, давай так сделаем. Слушай, а это что это такое? Тебе повезло найти... Так, плюсик, дополнительную птицу. Они попадаются в таинственных блоках. То есть это мы с тобой нашли дополнительную птичку. Угу. Дополнительный удар, я бы даже так сказал. Хм, а как тут лучше сделать-то? Слушай, я даже не знаю, ну давай здесь бомбанем. Во-во-во-во, отлично. Так, ну теперь-то монетки мои. Забираем. И не дали даже, а? Посмотри, вот здесь может быть. Ну отдайте мне 20 монет. Ну эти не для чего-то нужны. Не просто же так, мы с тобой их копим. Так, уровень 15.
я вряд ли он там смогу взорвать. Хотя попробуем. Плохо. Пробиваем. Вот здесь вот. Сейчас. Ага. Вот здесь тоже нужно взорвать. Замечательно. Так, 10 птичек у нас, да? Ну все, про все. Попробуем здесь. Так, и еще у нас там птички. Но здесь понятно, здесь можно пробить вот так сверху. А вот здесь, а здесь-то как? Вниз бьем. Да, бьем вниз. Освободили. Так, еще поединочек. А как мне вот до этой взрывчатки, интересно, добраться? Вон там, видишь? Вон там вон взрывчатка. Во. Шикарно. Теперь сюда. Птичку освободили. И последний у нас. Поехали. Это как стрелка на часах. Тык-тык, маятник. В плане он выжил, эй. Свинтус. Осталось три... Тихо ты. Я тебе сейчас дам, осталось три птицы. Чуть не сфейлились. Ну что, давай дальше. Так. Очень много ледяных. Заполним шкалу злости, чтобы получить более мощную злую птицу. Заряжай шкалу злости, разбивая блоки. Это что-то новое, ребята. Вот, теперь у нас, смотри, шкала ярости. Готов. Подожди, а как использовать? Не понял. А, вот, сюда нажимаешь использовать. И что получится? Слушай, нормально. Шкала ярости у нас теперь есть. Коснись шкалы злости. Что-то, мне кажется, здесь не сработает. Проверю, конечно. Сработал, но немножко не так, как я хотел. Давай сюда, прям посередочке. Ага. Блин, этот выжил, а? Ты посмотри. Чак, а как нам с тобой тут бомбануть-то его? Есть. Пробивным просто. Тих, сквозняком. Ну-ка сюда. Эта штука мешается нам. Солидно. Так, а как у бомбы, интересно, ярость срабатывает? Готов. Блин, ну это не та. Это мы с тобой вот так вот сделаем. Поехали. Уровень пройден. То есть тут, наверное, всего 20 уровней, да, будет? Скорее всего, 20 уровней. То есть еще 4 этапа нам нужно пройти. Как быть? Вот так попробуем. Слушай, четенько. Безупречно должно написано быть. Погоди-ка. Давай вот так сделаем. Слушай, немножко не то. Не то я хотел. Во. Ну не безупречно, да, получается. Так, давай-ка посмотрим, что у нас бомб. Насколько он хорош. Ух. Все в труху там превратил. Так, сюда пробивай. Так вот вниз.
Ай-яй-яй. Так, остается одна птичка. Ну, у нас еще... А, две! Ну что ты... Ты посмотри, а. Фух. Окей. Так, кто это у нас? Стелла. Ну, конечно же, ребята, это Стелла. Ну, как вы не могли узнать Стеллу, а? Это же наш Бубльгум. Птичка-шарик. Пузырь Стеллы подбирает все блоки поблизости, а затем швыряет их вверх. Старайтесь захватить как можно больше блоков. Это как? Ну-ка. Ничего себе тут механики. Ты понял? Вот это да. Ну-ка еще разок. Она как бы их втягивает в себя и потом выплескивает их наверх. Это, конечно, круто. Ну-ка проверим, как это вот здесь работает. Что-то здесь плохо сработало как-то, если честно. Так? Вообще отвратительно. Так, еще разок. Сейчас нормально. То есть она превращается как бы в пузырь в некий такой, да? И этот пузырь захватывает блоки и потом выплескивает их наверх. Понятно. Будем знать. Так, ну-ка, если я возьму вот здесь. Не хватило мне, да? Ну-ка сюда, бомби. А этот сидит под халима, а? Посмотри. Да то, что ты готов, это хорошо. Ты мне поведешься чуть позже. Этот удар мне нужен вот здесь хотя бы. Интересно, как она будет сейчас действовать. Ну-ка. Ничего себе, ты видел, какой... Огромный-огромный пузырь у него был. Так, бомб. Не подкачай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это вот. Вот это не очень хорошо получилось. Вот так вот. Сейчас выкинем наверх. Готов. Так, 7 птичек. Ух ты. Ну, здесь, наверное, надо вот так вот начать. Я предполагаю. Да как же так-то, а? А, все-все-все нормально. Нормально, друзья мои. Бомб. А ну-ка, давай-ка, бомбани. Вот прям вот. Вот прям вот в эту кучу. Бу-бух. Все зачистил абсолютно. Что там было и не было. Ага. Птичек почему-то пока не дают нам. Это что такое? Запускай шарики в небо, чтобы освобождать запертых в них птенцов. А, понял. Мне нужно просто преграды ломать, и они сами улетают. Попробуем здесь бомбануть. Ай-яй-яй-яй-яй, вот здесь плоховато. Слушай, ну прикольно, ребят, тут совсем другие механики. Так, шарик там хочет наружу вырваться, сейчас поможем. Так, тут говорят, готово. Так, последний остается, да? Шикарно. Так, это какой у нас получается? Какой уровень это был? 18, да? А, смотри. Коснитесь, чтобы открыть. А это что такое? Ну тут понятно, монета, а вот это что?
Ох ты! Прикольно так смотрится, да? Эти летят. А, это мы с тобой открываем историю. Все, все, я понял. Ну-ка. Бу-бу. Как бы и хорошо, и в то же время не очень хорошо, потому что вот здесь мы с тобой так и не освободили. Есть. Двигаемся дальше. Хм. Нет, это не очень хорошо получилось. Это вообще не хорошо получилось. Готово. Вот сейчас я попробую шваркнуть. Вот сюда. Есть. Улетай, улетай. А, этот-то. Полетел. Полетел довольно. Так, 8 птичек осталось и еще один этап. Бомб. Попробуй сюда. Угу, отлично. Так, а если мы вот здесь вот бомбанем? А тут? Освободили, освободили. То есть этап пройден. Тут у нас тоже свой сундук. По-моему, получили, да? Коснитесь. Так, монетки. И все? Объясните, зачем мне монетки? До конца сезона так. Немножко не понимаю, зачем деньги. Просто так, что ли, они здесь нужны или что? Так, уровень 22. Подожди, куда-то лучше ударить сюда, может быть? Совсем то, что я хотел. Ага, 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 ага. Вот, 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 вот. Замечательно. Так, бомб готов, да? Сюда. Так, эти освободились. Теперь здесь попробуем. Нет, не вышло ничего, шарики. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Эх. Подожди. Освободился. Ну, лети, 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 лети. Да. Смотри, смотри, смотри. Тут, наверное, надо делать вот так вот. Попробуем. Да ладно, ты серьезно? Чак, пробей, пожалуйста, вот это все. Освободили. Уровень пройден, да? Да, да, еще раз да. Так. Свинюшки не нажимаются, да? Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этом закончим. Пишите в комментариях, как вам игра. Зашла, не зашла? А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.